Ассаламу алейкум, дорогие сестры и уважаемые подписчики и гости моего канала. Я сегодня с вами 3 числа октября, 6 Даулатова. Так, дорогие мои, заходите в наш телеграм-канал и ютуб-канал, подписывайтесь и ставьте лайки и пишите комментарии. Дорогие мои, почему я вот сегодня с вами вот по видеообзор. Иншалла, дорогие мои, скоро будет у нас очень много новинок из Турции, из Дубая. Так, дорогие мои, если Аллах даст, иншалла, скоро, примерно через неделю, полечу сама опять в Турцию. Вот новинки, конечно, которые пока еще нигде не в продаже, будет у нас в наличии. Так что вот не пропустите новостей, так заходите в телеграм-канал и ютуб-канал. И посмотрите по статусу WhatsApp. Дорогие мои, иншалла, скоро еще у нас, вот хотела объявить, будет кардиганы, пиджаки, так, жакеты и так, дубленочки с Турции, иншалла, будет скоро. Поэтому часто заходите и занимайте свой размер. Если, допустим, вот и платья, и абайки, и, допустим, там кардиганы, любые вот модели, которые вот напишем в телеграме, объявим, что в телеграме в пути, вы можете занять свой размер спокойно. Так, скриншот сделайте по WhatsApp и по Telegram, отправьте и пишите свой размер. Мы в компьютер, конечно, добавим ваш, конечно, размер и данные и оформим заказ, иншалла. Получаем товар по видеозвонке, видеообзор покажем и, иншалла, отправим по адресу. Так, которую вы нам дали. И еще хотела сказать, дорогие мои, вот такие вопросы у нас очень много, что есть доставка или нет, допустим, на Дагестан, так, Чечню, или территорию, имею в виду, Россия, или Узбекистан, Таджикистан. Да, дорогие мои, у нас в Таджикистан, Узбекистан доставка бесплатна. И еще вот, территория Россия, допустим, вот есть, конечно, доставка по почте Россия, а другие страны, конечно, с Турции отправим, потому что вы уже знаете, санкции у нас не получается почти уже 8-9 месяцев. Так, те, которые узбекистанцы живет в Америке, Германии, другие страны, и тоже вот Чечня, очень много у нас вот клиенты, так, сестры, да, вот в Германии живут, они в Австрии живут. Мы им, конечно, прямые из Турции, из Стамбула отправим. Они уже несколько раз мне отправили, получили. Так, очень довольны. Так что по всему миру есть доставка. Конечно, модели есть турецкие, прямо из Турции мы отправим. Если оно дубайское, прямо из Дубая, конечно, вы будете получать то, что вы заказали, иншалла. Так, и еще, дорогие мои, так, хотела вам сказать, так, скоро у нас еще будет, вот, примерно через неделю, новинки, которые я вам еще рассказала, вот, пока еще нету в продаже, так, шифон бархати, бархати из Турции. И даже ткан, так, бархатный однотонный, все цвета будет, иншалла, в наличии. Так, вы, конечно, можете вот задавать по видео и по телеграм-каналу, или прямой вот позвоните и узнавайте цены, и, допустим, вот модель откуда производителя, из Турции, из Дубая, можете, конечно, узнать. Пока у нас вот в данное время модель вот из Дубая, из Турции, знаете, мы только из Дубая, из Турции получаем товар, производитель, да, имею в виду. Так, вот, у нас и клиентов очень много. Так, если, допустим, у нас вы нам задали вопрос, мы на 2 часа, 3 часа вам не ответили, вы не беспокойтесь, обязательно мы стараемся вовремя отвечать, вы получаете, конечно, свои вот на свои вопросы ответ. Просто нас вот пятеро, кроме меня, вот пятеро вот работники, они стараются вовремя отвечать, иногда бывает вот даже через 5-6 часов отвечает. Так что ждите, обязательно вы получаете на вопросы ответ. И стараемся, конечно, для вас, чтобы вы были красивыми и элегантными. Так что, дорогие мои, берегите себя, вам хорошего дня. Спасибо за просмотр. Я вас очень люблю.